задал ряд неудобных вопросов. И чтобы отомстить мне, возникло желание чем-то досадить. Прорастает своими ветками, разрушает весь фасад здания. По пожарным нормам это не должно быть. Вот же тоже лиана. Ее не спиливают? Нет, конечно. Все структуры официально дали свои ответы. Не надо спиливать? Нет. Они в хорошем состоянии. То есть вы на это порубочный талон не дадите? Нет. Горячая линия. Сегодня в 20:45 на телеканале «Кубань-24». Жилой район ВКБ «Восточный» готов вас удивить. Квартиры с отделкой, кухонным гарнитуром и современной бытовой техникой. Звоните звездочка 3711. Интересоваться, слушать, понимать. Радио «Звезда». Вооружаем знания. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WBJob, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Мировые шедевры и саундтреки Ханса Циммера, Людовика Эйнауди в исполнении Московского оркестра. 30 июля. Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае предупреждает. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом до 2 миллионов рублей или лишением свободы до 8 лет. Такие сообщения – сигнал для оперативного реагирования спецслужб. Наказание за телефонный терроризм неизбежно и сурово. Честно признаюсь, никогда этого не делал, немножко даже страшновато. Зато впечатления большие. Это в кадр не попало? Правда видно? Рыбак. Мне всегда очень приятно приезжать. А каково здесь жить? Не приезжайте мимо. Завтра в 18:30 на телеканале «Кубань-24». Свою часть работы я сделал, остальное дело монтажа.